И всем привет, ребят, с вами Сарванька, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем тестировать одно очень замечательное устройство, которое мне говорил один молодой человек тестировать уже не знаю сколько тысяч раз. Я все отнекивался и говорил, что не хочу пробовать даже его тестировать, но сегодня этот день настал, и сегодня вместе с вами мы протестируем... На мой взгляд, не самое жесткое и не самое интересное устройство на рельсу, но говорят, что это устройство очень жестко нагибает в матчмейкинге и, что самое главное, стало еще лучше после последних обновлений. Это пушка рельса и устройство «Вестник смерти». Где она только у нас? У меня тут что-то иконки не прогружаются, поэтому... А, вот они. Вестник смерти. Это устройство, которое дает вам моментальную перезарядку вашей рельсы после того, как вы делаете килл. Ну и все это дело мы будем тестировать на харьке с дроном. Ну, наверное, давайте попробуем кризис. Если вдруг с кризисом не пойдет, если вдруг нам надо будет... полная расходка, то возьмем, переоденемся на Гипериона, но насчет этого уже разберемся непосредственно в бою. Поэтому отправляемся в бой. Кто ждал рельсу, кто ждал обзор на эту замечательную пушку, обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Если есть какие-то интересные вооружения, которые вы бы хотели, чтобы я протестировал, то обязательно тоже пишите и в комментариях под этот видеоролик. Ну и если... это вооружение будет интересно, оно будет жесткое, ну, с моей точки зрения, да, то я постараюсь как можно быстрее обзорчик на него записать. Посмотрим, что нам предложит вообще матчмейкинг по режиму. Нам бы желательно, наверное, побольше карту. Резистов от рельсы сейчас в матчмейкинге особо большого количества не имеется. Поэтому, по идее, есть возможность показать контентик на этом замечательном устройстве, но есть, конечно, и свои минусы. Все-таки я-то не жесткий рельсовод. Опачки, это что за прикол? Не понял сейчас. Только не говорите, пожалуйста, что у меня сейчас урона не будет. Не говорите, плиз, что у меня сейчас не будет урона. По ощущениям не будет, да? Меня самоуничтожила игра. А, нет, есть! Есть, все четко работает. Только я не понял, почему меня самоуничтожило. Ну ладно, ничего страшного. Так, начинаем, начинаем максимальную быструю перезарядочку. С кризисом, в принципе, работа по урону у нас точно будет хорошая. Против, я смотрю, попадаются здесь магнумы. Надо им тоже будет неплохо так накидывать. Задача, короче, максимально простая. Ищем как можно больше противников в одном месте. Ну и стараемся быстро отреспить всех подряд. Ну, например, вот если бы я сейчас бы ваншотнул бы этого игрока, можно было бы сразу моментально перевестись на следующего, ну и раскрутить эту рельсу. Посмотрим, насколько вообще большое количество киллов я сумею по итогу с этой рельсой дать за матчмейкинговую катку. Плюс, я так понимаю, что эта рельса работает дефолтно с точки зрения перезарядки и розжига. То есть здесь нету никаких дополнительных минусов у нее, что является очень и очень крутой темочкой. Так, только нам, наверное, надо будет сейчас поменять резисты. Потому что мне такое есть ощущение, что это не совсем крутые резы, которые у меня сейчас есть на Аки. Ну и плюс под овердрайв можно тоже неплохую раздачку делать. Так, ладно. Это что такое? Лак серва какой-то происходит. Но критовая рельса не залетела. Так, ладно, начало. Начало не пошло. Не пошло начало, не пошло. 1-4. 1-4, чуть-чуть проседаем мы здесь по каточке. Хотя, если честно, я бы хотел бы здесь, ну, неплохо так раскрутиться на этой рельсе. Ой-ой-ой-ой-ой. Понял. Пока ваншоты не идут. А самое главное с этой рельсой как раз-таки ваншотики. Когда у нас пойдут ваншоты, тогда и пойдет максимальная прибыль. Оп, хорошо. Только если бы еще бы этот второй килл был бы. Было бы вообще великолепно. Есть контактик. Есть контактик. Вот она, моментальная перезарядочка рельсы. Главное эту моментальную перезарядку потом в молоко не использовать. Вот сейчас бы переводочка бы же шикарно сработала. 5 киллов просто сразу, сходу, бам. И работочка пошла за 3 минутки, да? Ну, начало положено. Примерно так и надо раскручивать эту рельсу. Главное, конечно... под ваншотные танки давать выстрелы. Под ваншотные танки тогда будет все
Вообще максимально шикарно. Единственное... Ой, вот эту вторую рельсу не хотел давать, если честно. Она сама как-то зажглась. Кнопку зажал. И вторая рельса полетела. Если честно, наверное, это не самый лучший режим с точки зрения легких танков. То есть, грубо говоря, нам вообще по-хорошему надо запикиваться в те режимы, где у нас любят игроки играть на средних и легких танках в своем большинстве. А это, наверное, какая-нибудь... ЦПшка, либо какая-нибудь, ну не знаю, что там еще есть. У нас такое хорошее, хорошее ТДМочка. Может, в ТДМочке бы тоже было бы неплохо. Но пока девяточку киллов я начинаю хоть в плюс УП выходить. Если сейчас у нас будет быстрая досрочка, то у нас как раз-таки появится возможность скатать еще один байочек. Так, пробуем слить вот этого. Переводку наверх. Ага, наверх не сработало, понял. 10 киллов, ну пока так. Что-то среднее. С овердрайва хорька можно неплохо раскручивать на дополнительные киллы, потому что вы даете пробитие, плюс у вас получается критовая каждая рельса. И если на моментальной вот этой перезарядке давать каждый килл, то можно, я думаю, что неплохую прибыль по итогу поиметь. Главное, конечно, не стрелять по резистам. Ой-ой-ой, вот это сейчас молоко дал жестко. Это сейчас в молоко выстрел залетел конкретный. Так, и противник пытается забирать точку. Ладно. Походу, здесь досрочки у нас не будет. Не будет. Не будет. Но посмотрим, посмотрим еще. Две точки, в принципе, нам до конца осталось. Так, успел я добить здесь молодого. Так, хорошо, плюс килл есть. Сразу бы противник бы открывался, следующий. Ага, понял. Резистовый арес открывается у нас. Ну, вообще, в принципе, кризис, наверное, подходит под эту рельсу. Единственная только проблема в том, что противник так сильно не открывается под меня. О, вот сейчас можно раскрутиться. Раскрутиться! Вот! Триплшотная рельса была только что. Вот это уже что-то пошло. Что-то пошла движуха. Пошла движуха. Так, шестая точка есть. Все, давайте сделаем досрочку. Я хочу запикаться в какую-то хорошую карту. Потому что потенциал есть. Потенциал есть у этой рельсы. И мне кажется, что ее можно неплохо раскрутить. Да, только просто здесь немножечко изначально, наверное, я неправильно отыгрывать начал, да. Можно чуть по-другому реализовывать всю эту темку и стараться стрелять как можно больше по именно легким танкам. Ну, средние тоже как бы приветствуются. Но ладно. Пикаем. Боечек. Надеюсь, что меня сейчас запикает в хорошую каточку. Ну и пробуем. Пробуем реализовать эту тушеночку. Есть возможность дать какую-то контентовую прибыль. Видел я, как эту рельсу реализовывали еще на Хэллоуин. Там на ваншотных танках, ну, довольно неплохо получалось у многих ребят раскрутить эту рельсу за счет именно ваншотов. Ну и сейчас у нас в балансе эта рельса стала еще жестче, еще сильнее. То есть в теории еще больше вариаций и возможностей реализации ее должно быть. Ну и в принципе по перезарядке такой и розжигу я вижу, что реально потенциал у нее имеется. Единственное, это только что, ну, надо как-то пробовать, больше шотать танки, тогда и киллов будет больше, и очков будет больше, и возможностей будет больше на этой рельсе. Но что самое главное, резистов от рельсы нету, нету резов, просто нету. Когда было такое, что в матчмейкинге не было резистов от рельсы? Я уже давным-давно не помню таких моментов. Так, ну и здесь опять титаны респятся, меня закидывают на магистраль. Здесь я знаю, что падает дроповая оверка. Пробуем ваншотнуть здесь. Ага, понял, ваншота нету, но три танка в одном месте. Можно попробовать накидать. Если ваншотнет одного, под сквозную еще. Ой-ой-ой, а что это сквозная не пошла? Не понял прикола. Ладно, ага, понял. Походу это резист. Магнум. Ну ё-моё, ну я сегодня его солью или как? Ну, еще и теперь другой тип открывается. Ладно, я понял. Понял, принял, обработал. Да, вот где надо ваншотик дать, там ваншота, как всегда, нету в моменте. Хотелось бы, конечно, сейчас бы ваншотнул бы. Можно было бы очень неплохо накидать. Так, ну и второго тоже на ваншот не дал.
сожалению. Так, сводится по мне страйкер. Уходим вперед. Чтобы... А, все равно сводка долетела. Так, ну и пробуем, пробуем, пробуем на легкие танки выйти. Пока что у меня особо сильно не получается реализовать то, что может реализовать эта рельса. Так, первый танк не ваншот, 1900. Ну, чуть-чуть еще бы урона бы побольше бы. Это и бы рельсе было бы вообще великолепно. Так, моментальная перезарядка есть. Под вулкана еще 2000 урончика выдаем. Так, всего лишь 3 реза. Наш тиммейт что-то боится ехать. Оп, хорошо, штука до штука доставим сейчас. Штука до штука, это моя темка. Ай, моментальную переводку захотел я сделать. Но, к сожалению, не получилось реализовать. Так, перезарядочка есть. Хорошо. Даем. Ага, не даем даже кильчик. Так вот, бывает. Так, пробуем. Пробуем раскрутиться. Ага, без ваншота. Без ваншота, к сожалению. А, и в ноль урона второй выстрел, к сожалению, ушел. Да, ну, если привыкнуть к этой рельсе, мне кажется, что она может очень неплохо давать. Но к ней надо немножечко подпривыкнуть, подстроиться. И тогда можно пробовать выходить на контентовую прибыль с ней. Ой-ой-ой, пошла движуха. Ах, третью промазал. Промазал, еще бы я бы рельсоводом был бы жестким. Тогда бы вообще великолепно было. Но вот сейчас три было на переходке. Три на переходке было. Это уже, как говорится, очень неплохо. Дабл. Трипл. Ай, на четырипл не вышел, но было неплохо. Три килочка сюда залетела. Двенашка есть в кармане. Ну, сейчас попробуем, попробуем раскрутить. Попробуем. Есть какой-то интересик. Есть какой-то контактичек. Так, 200 урона. А, под купол дал, все ясно. Под куполочек залетело. Так, пробуем под овердрайв выйти. Ой, ах, не ваншотная залетела. Сейчас бы ваншотик бы залетел бы. Было бы бомбочка. Так, магнум открываться не будет, наверное, под верх, под меня. 3400 по титанчику залетело. Отлично, плюс килл. Ах, и раскруточку не получилось дать. Пятнашечка. Пятнашечка. Ну так, неплохо, конечно. Но можно лучше. Можно явно лучше. Можно явно крутить посильнее ее. Вторая на добавку 500. Вторая на добавочку 500. 2000 по титанчику. Так. Есть здесь хорёчек сверху. Ах, ё-моё, не успел чуть-чуть слить. Быстрее меня забрали. 4-0 уже ведем, ничего себе. Под быструю досрочку катка, по идее, идет у нас. Так, прячемся от этого молодого, чтобы он меня ни в коем случае здесь не забрал. Так, ну и пробуем поехать, наверное, на всю ту же зону. Пробуем здесь открыться. Оп, по шафту. Маловато, что-то как-то залетело, не понял. А где урон? Оп, а вот здесь урончик. А вот здесь добавочка. А вот тут и... Нет, еще одной добавочки. 18 киллов. Ну, в принципе, на первом месте. На первом месте. Ну, что-то есть, какой-то интерес. Есть, есть. Возможно, я и недооценил это устройство в свое время. Возможно, и это была недооценочка. Так, чуть-чуть я поторопился с рельсой. Ай, не успел на ДДшку переключиться, испугался я чуть-чуть. Ладно, ничего страшного. Ах, под возвратик тоже ни чуть-чуть не дали. Девятнашка. 6 минут прошло у нас с начала боя. Для такой большой карты, наверное, не так плохо. Моментально вторую даю, но без ваншота, к сожалению. Даже, наверное, мне кажется, эту рельсу можно было бы с кемпером попробовать реализовать. Есть у меня такое ощущение, что эта рельса бы с кемпером бы смотрелась бы интересно. Ай, хоппер, блин, с овердрайвом. Чуть-чуть не подвезло. 6-й флаг наши тиммейты должны ставить, либо нет. Нет, пока что не ставят. Пробует противник здесь разыграть. Даем рельсочку. А, не ваншот, ладно. Ничего страшного. Хорошо, по хорючку залетел. 21 килл. 21 кильчик. Я думаю, что в будущем можно будет попробовать затестировать еще и крупнокалиберку.
Если дистанционную рельсу я... Дистанционный... Ой, дистанционный подрыв говорю. Дестабилизацию я уже тестировал. То другие рельсочки я еще пока не рассматривал. Но мне сказали в первую очередь... В первую очередь надо протестировать Вестника Смерти. И показать, что эта рельса может давать джазу супер жесткого. Да, ну и я в принципе согласен с тем, что она может накидывать хороший урончик. Только он будет супер хороший, если я буду играть на тех картах, где у нас будет как можно больше легких и средних танков. Вот если не попадаться против большого количества титанов, да, то можно и аресов всяких, то по ощущениям можно очень неплохо эту рельсочку раскручивать. Ну и еще надо привыкнуть к тому, что чтобы не выпускать рельсу в молоко, да, то есть если не выпускать рельсу в молочко, которая у тебя моментально перезаряжается, а сразу переводить, либо просто сейвить до того момента, пока ты увидишь следующий танк, то тогда реализация этой рельсы будет явно уже серьезнее и жестче, да, то есть 100%. Эта рельса уже будет смотреться намного интереснее. Так, наш тиммейт летит с еще одним флагом. Пробуем здесь выдать. Ай, по третьему. Третьего слили, к сожалению. Так, ну и пробуем добавлять еще урончика. Мне бы вообще бы дроповый овердрайв бы контролить бы посерьезней. Тогда бы, может, и киллы бы приходили бы получше. Так, хоречек прячется. Пробуем здесь снизу забрать Хантера. Угу, понял. Какой-то резист по ощущениям. Так. Переводочку успел дать. Магнум сверху. Хоречек снизу. Не успел я его читануть. Пробуем его здесь забрать. Ага, понял. Вопросов не имею. Триплетик. Работку быстро мне оформил. 28 киллов у меня. И катка с досрочкой. В общем и целом, что я могу сказать? Довольно прикольное устройство, если учитывать тот факт, что я особо на нем вообще никогда не играл. Да, могу сказать, что у него есть явно потенциал, и если его грамотно и качественно раскручивать, то, ну, тыщенку какую, может, даже больше тыщенки выбивать с этого Вестника Смерти можно, с моментальной перезарядки рельсы после килла можно делать. Реально грязную темку. Можно еще, наверное, пробовать и другие корпуса по типу какого-нибудь викинга. Не только с хорьком его использовать. И тогда уже будет еще лучше раскручиваться ваша рельса и давать еще большее количество киллов. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу этой рельсы. Играли вы на ней или нет. Если, возможно, у вас какие-то свои лучшие устройства на рельсу на сегодняшний момент времени, но то, что рельса сейчас уже находится в не самом плохом балансе, я точно могу сказать. Ну и понятное дело, что когда от рельсы нет резистов в большом количестве, она уже смотрится куда интересней. Поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Обязательно не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный тег — это TagTeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня. Участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 300 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.